Сегодня 3 августа 2022 года, и перед нами одна из моих реанимашек зимних, которая никак не может выбраться из своего вот этого вот плачевного состояния. Орхидея была приобретена мной 5 октября 2019 года, в реанимацию она ушла 19 марта 2022 года. То есть в реанимации эта орхидея находится 6 месяц, практически полгода, и ни тру, ни ну, вообще никак. За это время она просто потеряла все листья, и вот остались вот эти вот два, вот этот вот она нарастила в реанимации. Ну вот что это? Это, в общем, какая-то непонятная для меня история. Что я хочу сделать с этой орхидеей? Я хочу ее достать из вот этого вот горшка, из вот этой вот реанимационной посадки. Что из себя представляет эта реанимационная посадка? В свое время на канале Георгия Горячевского я увидела, как он садит орхидеи с маховым стержнем, фитилем, или как это называется. То есть в этой посадке до самого дна находится такой плотный маховой фитиль. На дне керамзит, и все остальное пространство занимает кора. Хорошая кора, и вот здесь вот временами еще проложен мох. Сверху и вот в середине посадки тоже, чтобы как бы равномерно распределение происходило воды по горшку. И я уже говорила в одном из видео, и даже не в одном, по поводу того, что, какое мое мнение о таком способе посадки, таком способе реанимации. Он имеет место быть, безусловно. Орхидея была крупная, поэтому в такой горшок я ее и садила. Сейчас, конечно, ни былинки, ни травинки, ничего не осталось, так, ручки до ножки. И в результате, что я хочу сказать? А хочу сказать следующее, что такая посадка имеет место быть, если у вас в этой посадке применяется лечебный мох сфагнум. У меня простой лесной мох, и какие-то свои функции он, конечно, выполняет, там гигроскопичные, там еще может быть что-то, да, много влаги может впитывать и так далее, но у него нету тех бактерицидных свойств, которые есть у мха сфагнума. На тот момент у меня мха сфагнума не было, и поэтому я посадила в тот мох, который был, то бишь лесной, который я сама собирала в пашкирских лесах. Ну и камушки сверху, это я добавила уже попозже. Что я хочу сегодня? Я хочу сегодня вынуть эту орхидею из этой посадки и зачистить, обработать и посадить по-другому, то есть в другую реанимационную посадку. Всегда надо понимать, что если орхидея у вас и не умирает, но и не развивается, это говорит о том, что у нее есть какая-то инфекция вялотекущая, которая не дает ей развиваться, с которой орхидея как-то справляется, но все силы уходят именно только на это. На рост сил нет. Понятно, что мы сейчас ее разбередим, и в результате эта орхидея либо, ну, то есть она начнет двигаться либо в одну сторону, либо в другую. Либо она у нас отправится к своим праотцам, либо она начнет расти. Но вот это вот состояние, оно вот никакое. Оно уже длится, ну, давно. Поэтому, ну, чего ждать? Не надо ждать. Мы сейчас, в общем-то, все эти вопросы и порешаем. Ну, что мы здесь видим? Мы здесь видим, ой, что все корни практически сгнили. Мы сейчас вот с вами вот так вот зачистим, смотрите, они черные. Этот весь веломен высох, и под ним, вот если мы вот так вот, как бы чешуей, как бы чехлом снимаем веломен, мы видим, что корень под ним черный. И вот этот вот черный корень нам не нужен. Так, что мы здесь еще видим? Я сейчас что сделаю? Вот этот корешок живой, вот так вот, вот. Да сюда живой, здесь вот он тоже, ну, внутри он беленький, веломен у него высох. Вот этот корешок сухой, тоже, видите, черный уже. И мы видим те корни, которые наросли уже в реанимации. Что я сейчас делаю? Я сейчас зачищу орхидею вот от этих всех вот остатков старых листьев, вот. Вот эти вот вещи я сейчас у нее все уберу, вот эти вот чешуйки, аккуратненько. И мы с вами будем делать что-то дальше. Мне нужно посмотреть, что там на шее. И посмотрим, но я думаю, что вот мы четко вот до этого расстояния, вот, вот до новых корней, я вот эту часть отстригу, она нам не нужна. Вот как-то так. Ну и тут вот цветоносик тоже не нужен. Так, все, зачищаем. А смотрите, что я здесь вижу.
А вот это либо цветонос, либо детка. Я предполагаю, что это детка. Видите, вот это вот сизая. Это детка. Сквозь камеру я это не видела, вот сейчас вот я посмотрела. Поэтому смотрите, что мы будем делать. Нам нужно отрезать вот эту вот всю лажу, которая у нас здесь вот сгнила, вот с этим остатком вот этого цветоноса, вот этого, до детки. И слава богу, я сегодня имею две руки, и я вам покажу, как я буду отрезать вот эту ненужную часть. Хотя, смотрите, а вот здесь что у нас? Ёшкин кошкин, а здесь тоже не то детка, не то. Вот смотрите, это же почка прям, вот она тоже растет, смотрите. Так, и вот есть еще закуклившийся корешок, причем он хороший, да. Так, давайте сделаем так, я ее отрежу вот по этот корешок, вот здесь, вот в этом месте, сейчас двумя руками. Сначала я помою руки с мылом, потому что вот с этих корней сыпались всякие, вот наверняка споры всяких грибов. Я, конечно, понимаю, что это не слишком большая дезинфекция, вот эта. Но тем не менее. Я беру спирт. Вот этими ножницами я сегодня уже резала там один цветоносик у здоровой орхидеи, но все равно, в любом случае, мы обрабатываем инструменты постоянно какими-то дезинфицирующими растворами и средствами для того, чтобы, не дай бог, не перенести одну заразу с орхидеей на другую орхидею. Поэтому обязательно обрабатываем. Вот так вот все я обрабатываю. В обязательном порядке. У меня 95% этиловый спирт. Что мы делаем? Поскольку у нас с вами вот здесь корешок, вот он, видно его? Вот он, корешочек. Вот почка активизирована. И вот. Я не знаю, что это такое, но давайте сначала так это малой кровью. Сначала я отрежу вот так. Просто посмотрим, что там дальше. Вот смотрите, видите, я отрезаю всю старую часть стволика. Ну вот смотрите, здесь в принципе зелененько так-то. Вот это вот сразу я все выбрасываю. Нам это не надо. Это все утилизируется вместе с ее совсем грунтом. Так, смотрим. Стволик тут зелененький, хорошенький. Но вот есть вот этот вот еще цветонос. О, когда вы тянете сухой цветонос в обратную от его роста сторону, то он отрывается. И здесь вот, в принципе, оголилась ямочка, которую обязательно нужно будет обрабатывать и закрывать либо садовым варом, либо еще чем-нибудь. Так, что мы здесь имеем? Давайте я отрежу все корни, которые я не вижу, у них никакой надобности, которые мне не нравятся. Вот. Пока так. Да, это сухой корень. Вот смотрите, что получилось. По большому счету, вот эта вот вся вот эта вот шея, она нам не нужна. Вот ее до сюда, вот до сюда, вот до этого места, вот, можно отрезать смело, потому что вот здесь выше останутся вот эти вот новые уже, которые нарастила орхидея в реанимации, корни. Но у этой орхидеи активизировались какие-то почки, и я подозреваю, что вот это растет детка. И вот это вот растет тоже детка. Поэтому мы с вами... Здесь вот есть какой-то закуклившийся вот корешок. Ну, так он ни рыба, ни мясо. В общем, смотрите, я еще вот так, вот видите как, смотрите, отстригаю. Вот. Чтобы вот убрать вот это место от старого цветоноса, оно тоже нам не нужно, рассадник. Даже вот так, знаете, как наискосок немножко. Вот так вот отстригу. Вот, смотрите, какой здесь уже здоровенький стволик. Отлично, отлично. У нас с вами вот осталась вот эта почечка и вот эта почечка. Я уж не знаю, будут они расти или нет на такой слабой орхидее, но я так подозреваю, орхидея таким образом себя пыталась продолжать. У нее не получалось растить листья, и она решила выдать две детки. Ну, ничего, ничего, мы сейчас что-нибудь придумаем. Сначала надо что сделать? Я сейчас зачищу весь стволик вот от этих вот старых чешуек. Я попытаюсь сейчас сделать это на камеру. Посмотрим, как мне это получится. Ну, не получится, значит, вы не увидите этот процесс. Получится, значит, увидите в ускоренном варианте. We'll be right back.
тут имеем? Я оторвала все чешуйки ненужные и немножечко снесла, видите, макушечку вот у этой вот. Чуть-чуть совсем, а может быть так и было. Не знаю, в общем, короче, вот одна, я думаю, что это детка. Вот вторая, вот она торчит. И смотрите, сколько много закуклившихся корней. А вот это, я не знаю, что это такое, но это тоже похоже не то цветонос, не то что вообще, но это точно не корень. И смотрите, орхидею жрал трипс. Это однозначно, вот они все эти вот следы, видите, вот они. Это трипс. И она тоже сейчас обрабатывается, потому что весь мой орхидейный санаторий поразил трипс. И тоже обрабатывается она сейчас по системе, по схеме определенной. Поэтому она завтра тоже будет обрабатываться. Что я хочу сделать? Во-первых, я хочу проверить, чего у нас тут на стволике. Есть ли у нас тут какая-то инфекция. Для этого я беру перекись водорода 3% и капаю на срез. Вот сюда аккуратненько, потому что корешки, видите, растут. Орхидея безумно хочет жить. Безумно. Цепляется всем, чем можно. Ну, конечно, здесь есть инфекция. И ее много, смотрите. Еще и трипс. В общем, короче, тут по полной программе. И в орхидее, видите, что? Очень похоже на фузариозное кольцо, но это вообще-то орхидея розовая. Такая грязно-розового цвета. У меня даже так и написано, не знаю, как ее зовут. Грязно-розовая с красными жилками орхидея. Поэтому это, возможно, даже ее вот это вот не фузариозное кольцо, а просто нормальный цвет стволика. У нас вот это показывает о том, что есть инфекция, но это очевидно. Вот для этой орхидеи я разведу сейчас раствор топсина и утоплю ее вместе с листьями. Прям вот все. Знаете, что я еще сделаю? Я так не хочу вот этот вот, по идее, вот этот вот старый цветонос. Его бы, конечно, оторвать, но вот это место может быть... Здесь какой-то корешок, что ли, был, не знаю, что-то я снесла, походу. Он не полый внутри. В общем, я утоплю орхидею целиком в растворе топсин-М. Ну, на все случаи жизни. Он и фунгицид, и чуть-чуть акарицид с инсектицидом, чуть-чуть. Но, тем не менее, знаете, пусть. И продержим полностью, вот целиком. Я, наверное, минут 10 ее буду держать. А вот вся корневая вот эта вот часть вот вместе с шеей, ну, минут 20-30. Ну что ж, я выбрала емкость, в которой я буду вымачивать эту орхидею. Мне нужно было вот так, чтобы, во-первых, вот этот корешок зашел, чтобы она целиком вошла в это ведерко. Я отмерила, получилось 800 миллилитров воды. 800 миллилитров. Теперь мы берем топсин, препарат, на все случаи жизни. Ну до чего, великолепный препарат, огонь, фунгицид, огонь. И самое главное, он великолепно действует. Вообще фунгицид топсин-М разводится 1 грамм на 1 литр. Можно 2 грамма на 1 литр, в зависимости от того, в каком у вас состоянии орхидея. Я вот так возьму. Он осадок выпадает, поэтому нужно будет так как бы помешивать. Теперь размещаем орхидею. Вот задача, чтобы она у нас утонула. Все, вот так мне и надо. И вот так я ее оставлю на 10 минут. Не хватайтесь за сердце. Я ее разместила здесь, да? Ну ладно. Хотела ведерко. Ну ладно, она и здесь хорошо разместилась. Все, не хватайтесь за сердце, все будет с ней хорошо. Надеюсь. Препарат очень, очень эффективный. Последнее время я пользуюсь исключительно, у меня уже заканчивается. Надо будет прикупить, потому что я очень довольна этим системным фунгицидом. Мы на 10 минут оставляем орхидею утопленной. А потом я ее достану и погружу в эту воду только по шею. То есть весь стволик ниже шеи, листики размещу наверх. Как я и говорила, через 10 минут я разместила орхидею уже листиками над препаратом. И орхидея, собственно, уже в этом всем растворе вымочилась, обработалась. Поэтому я ее сейчас буду доставать. Вот смотрите, что будет происходить. Я сейчас эту орхидею достану, и мне надо будет ее высушить. И поскольку уже на дворе темень, то садить я ее буду завтра в реанимационную посадку. А сейчас я ее достану и размещу на салфетке, чтобы она просыхала. Все, орхидея обработалась, топсинчики, все. Вот таким образом я ее оставлю. Ну, корешки какие мокрые.
Благодарна. Еще пару салфеток. Все. Я ставлю ее вот так вот до завтра сохнуть. Потому что такую мокрую орхидею садить нельзя. Почему? Нам нужно замазать садовым варом вот этот срез обязательно. И чтобы все подсохло хорошо, корни впитали в себя надлежащим образом препарат Топсин М. И завтра мы будем ее садить опять в реанимационную посадку. Я вот такую метку для нее, напоминалочку сделала. Здесь мы написали грязно-розовая орхидея с жилками. Купила 19.03.2022 года. Первая реанимация 19.03, вторая будет завтра. То есть сегодня мы начали, завтра мы ее посадим. Поэтому я исправлю на 4, на 9.22. Все. И пусть она сейчас лежит здесь и просыхает. Я уже подобрала для нее горшочек, я уже придумала, какая посадка. Все, я уже знаю, завтра продолжу. Для вас это будет несколько секунд, а для меня это на следующий день. Ну что, наступило утро следующего дня. Наш срезик очень хорошо подсох, очень-очень хорошо подсох, это важно. И теперь нам надо запечатать вот этот вот срез чем-нибудь для того, чтобы туда не попали какие-то болезнетворные микробы, там, не знаю, вирусы или еще что-то. Поэтому можно использовать садовый вар, что, собственно, я обычно всегда и делала. У меня вот он в таком тюбике, мне удобно, я этим пользуюсь. Но сегодня я хочу провести некий эксперимент и использовать для того, чтобы запечатать вот этот срез, вот такую суспензию, топуджин. Я обратила внимание, я этого не знала, пока я не стала им пользоваться, что когда я наношу вот эту суспензию, она такая ярко-оранжевого цвета, на орхидею, она, застывая, создает такую пленку. Вот некий аналог, есть такие аптечные средства, которые ранку закрывают, они ее и дезинфицируют, потому что топуджин — это фунгицид. Действующее вещество в этом препарате такое же, как в препарате Топсин М, который мы использовали вчера для того, чтобы замочить эту орхидейку. И я запечатаю, убью два зайца и запечатаю срез, и продолжаю его дезинфицировать и лечить. Я хочу сейчас воспользоваться вот именно этим средством. Для этого я беру свою волшебную кисточку. Она у меня находится в моем чемоданчике архалюбителя. Достаю оттуда препарат и, собственно, мажу сам вот этот вот срезик. Смотрите, здесь очень важно. Второй раз вот в эту баночку я кисточку погружать уже не буду, потому что она уже соприкасалась с шейкой, и на ней могут быть какие-то, бяки-каки. И вносить их в этот препарат я не хочу. Пусть он будет продолжать чистым. Кисточка обработана, кисточка чистая. Вот я взяла, мне будет достаточно вот этого. Так, берем и смело мажем. Вот таким образом. Вот всю зеленую часть я замажу. Делаю через камеру, поэтому немножко коревенько, но я хочу просто вам это показать в процессе. Вот, все, мне этого препарата, видите, хватило с лихвой. И я замазала все части. Здесь вот я тоже помажу, потому что здесь какая-то черная история, она мне не нравится. Пусть продезинфицируется. Вот так. Посмотрите, сейчас это очень быстро застынет, очень быстро покроется пленочкой. И после этого мы будем садить. Ну что, все у нас тут подсохло, где-то часик прошел. Хочу обратить ваше внимание, посмотрите. Видите, это прямо пленочка, она даже вот блестит. Топуджин засыхает некой пленкой защитной. И если вы там под топуджином оставите какую-нибудь болячку, все. Кранты. Поэтому зачищаем все хорошо. Вот таким образом у нас засох топуджин. Он закрыл полностью срез. И теперь можно смело орхидейку сажать. Вот сейчас очень увеличенно показываю. Вот непонятно, что здесь вот это вот такое. Я не понимаю, что это вот это вот. Знаете, не то детка, не то цветонос, но точно не корень. Вот я снесла макушечку вот этой вот детки. Мне все-таки кажется, что это детка. Посмотрим, будет она дальше расти или нет. Ну, вот так получилось. Я вчера первый раз использовала уже две руки. У меня появилась такая возможность делать съемки двумя руками. Мне пришел штатив. И я еще пока не приспособилась, и вот снесла.
Ну что, вот этот цветонос я убирать не буду. Почему? Потому что я боюсь, что когда я его уберу, там вот появится дырище, которое станет тоже рассадником всяческой дряни. Его тоже можно, кстати, помазать было топуджином, но он у меня будет над землей. Я за него не переживаю, но можно будет и помазать, конечно. Ну, там или садовым варом. Так, вот это следы. Вот они, кстати, я сейчас вместе с вами увеличенно смотрю. Это вот трипсы. Это трипсы, которые тоже на нее напали. Она у меня тоже в санатории. В общем, трипс напал у меня на орхидейный санаторий. Поэтому, естественно, на все растения. Вот видите, сколько он подъел. Но сейчас мы обрабатываем растения в моем санатории в режиме онлайн. Я снимаю все свои обработки по определенной системе. Смотрите видео. В коротких видео это все дело. В шотсах. Ну что, как я решила посадить? Я выбрала, значит, вот такой все-таки стаканчик. Это стаканчик от азиатской орхидеи. Чистенький, made in Taiwan. 2,5 дюйма. Вот он, видите, написано. Он великолепно подойдет нашей архуше. Ну-ка, давайте попробуем. Вот видите, да? Этот корешок я туда утоплю. И выбрала вот такие стакашки. Я их покупала в фикс прайс. Это подсвечник. Убрала наклейки липкие, у нас тоже про это есть видео, как я это делаю. И на дно я разместила камушки, тут есть немножко керамзитик, и есть даже я разместила один камушек пеностекла, пусть будет. Вот, таким образом вот так это будет размещаться. А орхидейку я размещу в реанимационную посадку, недаром тут у меня стоит мох. Я вам сейчас покажу. Смотрите, как он у меня там растет. Это уже остатки былой роскоши. Мох у меня заканчивается. Вот эти шапочки, вот они, зелененькие, говорят о том, что мох растет. Вот они, эти шапочки. И вот здесь вот эта шапочка. Вот, смотрите. Мох растет. Ему здесь хорошо, в этом контейнере. Есть видео в правом верхнем углу. Я размещаю видео, как я его получила и как я его в этот контейнер разместила. И ни разу с тех пор я его не поливала. Он был очень мокрым. Пришел, прям с него вода текла. Конечно, это утяжелило посылку. Я за это, скорее всего, переплатила. Сначала я по этому поводу даже как-то, ну, была удивлена. Думаю, зачем такой мокрый мох отправлять. Зато, друзья мои, я вообще горе не знаю. Он прекрасно растет. Его никто, видимо, не травмировал. Как собрали, так отправили. Это кировский мох, есть группа ВКонтакте, я их не рекламирую, я просто довольна. Хотите, там прям так и называется эта группа, заказывайте. Но сразу говорю вам, что этот мох жиденький, вот смотрите, он такой тоненький, жиденький. Он подешевле. Можно заказать жирный мох, и я это сделаю сейчас вот в сентябре, ближе к зиме. И этот мох будет дороже, но он более, скажем так, ну как это, сочнее, крупнее. Ну, собственно, все равно и тот, и другой обладают своими мощными бактерицидными свойствами. Вот я немножко его проветрила, он постоял у меня прям, смотрите, какая испарина. Знаете, вот, на крышке. Я его закрываю. Вот так вот, крепко. Вот так вот. Все, он у меня закрытый и так стоит. А в другом контейнере я достаю часть мха, и он у меня здесь уже подсох немножечко, потому что здесь я уже не соблюдаю никаких режимов определенных. И вот именно в этот мох мы будем сейчас садить нашу орхидейку. Как я это буду делать? Я уже так делала, значит, мне нужно намочить хвостик. Вот водички с топсином я оставила, я сейчас ее... Так, мне ее надо намочить. Намочу. Так, нам нужно намочить корешки для того, чтобы они были гибкими. Вот, все. Намочила, смотрите. Намочила корешки. Опять в топсине же, в том же, в котором эта орхидейка замочена была. Так, я же лечу, прямо не серчайте, потому что я со штативом снимаю... Первые разы, и мне достаточно сложновато приспособиться, но тем не менее я это делаю. Так, задача увести этот корень. Так, я вот в прошлый раз как сделала? Я сейчас вам скажу, какой прошлый раз. Я садила самую крайнюю орхидею из моих гостей. Вот она, она. Абсолютно в такую же посадку. Господи, как она себя прекрасно чувствует. Листики напитались. Эти тряпочки, я думала, они прям жесткие. Понятно, что здесь есть какие-то необратимые процессы, но посмотрите, пол листа прямо напились. Она прекрасно себя чувствует в этой посадке. Вот эта реанимация, это огонь. И поэтому я решила повторить. Значит, что я сделала в прошлый раз? Я вот так вот как-то замотала. Я не жалела мха. Не плотно и не слабо.
скажем так, вполне себе средняя, если так можно выразиться. Вот так вот я это сделала. Вот. И сейчас мне надо вот этот вот корешочек увести. Он стал гибким. Ага, интересно, я его сейчас уведу. Он без мха, что ли, будет? Нет, не пойдет. Нам нужно его тоже обернуть в мох. Все, вот так. Я их разместила. Корешки туда. О, вот так вот у нас это получается. Так, приходится мох туда мне немножко утопить, потому что корешок, он длиннее всех этих корешков. Вот он у меня. Вот он, смотрите. Я сейчас туда как бы протолкну. Вот всеми подручными средствами. Это напоминалочка, между прочим, для этой орхидеи. Ну, так получилось. Так. И нам ее надо выровнять, конечно. Я чуть-чуть утрамбовываю, прям чуть-чуть утрамбовываю, но не сильно, друзья мои, не сильно, мы не переусердствуем, не надо, корешки, чтобы не сломать, они там как бы все равно должны дышать, ой, такие, смотрите, видите, какие, макушечки, от лирическое отступление, мох, так, это вот не показательно, сейчас покажу, вот, мох, он не имеет ни корней, ни стебля, ни листьев. Это все вот, все, вот эта вот конструкция, это мох. Растет он макушечкой наверх. И если вы порвете его, он будет расти от любой части. Так что я так смело его тут вот утрамбовываю. Моя задача, чтобы он там немножечко-немножечко начал расти. Вот если мох начнет чуть-чуть расти, вот не так, что прямо буйно сильно, вот чуть-чуть начнет расти, это очень-очень полезно для нашей орхидеи. Мох живой, обладает мощными вот этими бактерицидными свойствами, заживляющими. И это нам сейчас, особенно когда орхидейка у нас с вами больная, а она больная, мы с вами вчера в этом убедились. Видите, мягко там мох лежит, мягко. А, кстати, так показательно. Мне эти горшочки очень нравятся, в них очень хорошо вот это делать. Чуть-чуть подотрумбую и еще, наверное, чуть-чуть добавлю. Вот, еще чуть-чуть добавлю, потому что нам надо, чтобы все-таки все наши части корней были в мху. Вот видите, смотрите, у нас цветоносик сверху, шейка сверху. А я сейчас объясню, почему. Почему вот самое начало шейки тоже сверху. Это важно. Выравниваем. Отлично. Ну, так-то прилично мха ушло. Все, больше я мха добавлять не буду. Сейчас мы это уложим. Я чуть-чуть потрамбовываю, вот прям совсем чуть-чуть. Мох лежит жиденько. Ну, и не, знаете, не совсем уж так жидко, скажем так. От шейки подальше. Видите, подальше. Я сейчас объясню, почему. Нам не надо, чтобы шейка у нас была в зоне риска. Чтобы она мокла и соплила. Все, отлично, посмотрите. Вот таким образом я разместила, смотрите, эти. Почему так много получилось? По большому счету можно было бы углубить, но вот здесь вот этот вот корешок, который я теперь не вижу, где-то он тут вот есть, он уперся, он самый длинный, он уперся в дно. И поэтому вся орхидейка чуть-чуть приподнялась. Но ничего страшного, зато есть куда им всем расти корешочком. Все, что я делаю? Вот смотрите, я ничего не оставляю. Я вот это все использую. Знаете что, это все нужно. Это все тот же самый мох. Все-таки мох купленный. Каких бы денег он ни стоил, он все-таки стоит денег. Еще и ресурсов каких-то. Кто-то его отправлял, запаковывал, я получала, распаковывала. Я его сейчас там на нем ухаживаю, чтобы он рос. Значит, смотрите. Теперь сверху надо насыпать немножко коры. Причем, как вы понимаете, если у нас такой маленький горшочек, то и кора должна быть мелкая. Поэтому я сейчас возьму мелкую кору и сюда ее насыплю. У меня есть вот такая кора. Есть видео, где я ее покупаю. Кстати, прогулка по магазину, садовому центру. И там я эту кору купила. Это фракция 3,6 мм. В правом верхнем углу размещено это видео. Ну, для вашего удобства ссылку. Можете посмотреть. И я сейчас ей сверху присыплю наш мох. Вот так вот присыплю наш мох. Все.
И контрольной точкой, финишной, завершающей, моей любимой точкой будет что? Конечно же, камни. Про камни я сниму прям буквально в ближайшее время видео, где я их беру, как я их обрабатываю, потому что есть вопросы у вас. И есть вещи, на которые надо обратить там нюансы внимания. Все, и сюда теперь вот так вот. Ну что, эти камни обработаны, поэтому смело можем их использовать. Орхидейки камушки любят. Любят. Она мне, подписчица, написала, что она тоже стала камушки к орхидейкам класть и была очень удивлена, когда увидела, что корешки орхидеи стремятся к камушкам. Да, вам орхидея сама показывает, что ей нравится, что ей не нравится, потому что она и корешками, и листиками, всеми своими частями, и собственно даже энергии показывает, что ей то или иное ваше нововведение по отношению к ней нравится или не нравится. Вот такая посадка у нас с вами получилась. Ну, огонь? Огонь вообще, красотища. Вот такая у нас с вами посадка приключилась. Я вам покажу, как у нас с вами получилось. Вот такая сегодня у нас получилась реанимационная посадка. Орхидея из реанимации ушла опять в реанимацию. Отправляю ее в орхидейный санаторий.